5 лет минимум срок должен быть. Сами-то понимаете, что произошло? Я понимаю, что я ударился в машину. Ударился, человек сильно пострадал. Да. Да. Я его вылечу. Вылечите? Вы же не доктор. Ну, зато мне деньги. Мы сейчас говорим о Ефремове. Да там столько сейчас обстоятельств будет, что мы вообще не знаем, куда это повернет. Не, ну понимаешь, что дело? По-хорошему, 5 лет минимум срок должен быть. Это убийство с отягощающими обстоятельствами. С отягощающими. Там по статье, да, там по статье такая, которая теперь до 12. Там от 5 до 12. Да. От 5 статья до... серьезная. То есть, когда, к сожалению, конечно, умер этот человек... Тут даже говорить нет. Да, там до этого было до 7, теперь мы до 12. Мы изменили закон специально для того, чтобы, если ты понимаешь, что ты сел за руль, значит, это не тебя, не то, что не оба, отягощает.